Гран-при в Республиканской Олимпиаде по предметам общественно-гуманитарного направления взяла команда Мангыстауской области. В Актау золотыми, серебряными и бронзовыми медалями наградили победителей. В течение недели 586 учеников со всех уголков Казахстана состязались в 8 номинациях. Лучший сельский ученик, полиглот, лучшая олимпийская школа, лучшее сочинение, лучшая олимпийская команда и не только. Дети показали свои высокие знания в казахском, русском, французском, английском и немецком языках, в истории Казахстана, литературе и основах права. По итогам мероприятия члены жюри присудили дипломы первой степени 44 ученикам. 78 ребят заняли второе место, а третье разделили 130 участников. Не все дети подготовлены одинаково, но есть такой высокий уровень знаний, владение русским языком, владение вообще материалом, который школьным материалом, нешкольным, общая образованность. В общем, это достойно восхищения. Это лучшие дети. Я хочу в будущем стать филологом, и я думаю, что благодаря этому призовому месту я могу поступить на грант. И это очень радует то, что я могу наконец осуществить свою мечту и стать хорошим филологом для своей страны.